Всем привет, дорогие друзья, вы на канале У Хабибулиной Миля. Сегодня у нас открытие велосезона, я очень рад. Хоть сейчас 5 утра, 7 мая, но ничего страшного, мы все равно поедем. У нас есть 2 часа с 5 до 7, мы отправили смс-ку с мамой. И поэтому сейчас поедем на велосипедах. Погнали! Кстати, поеду я вот на вот этом велосипеде. Стелс. Смотрите, вот какой он. Заезжаем в лес. Смотрите, как здесь все тихо, спокойно. Птички поют. А мы вот одни тут едем. Ощущения. Я считаю, что мы получаем сразу несколько положительных моментов. Это звукотерапия раз, ароматерапия хвойный лес два, физические занятия спортом три, плюс максимальная дистанция, что вообще никого вокруг нет, что тоже является очень хорошим знаком, четыре. Ну, в общем, всем доброго утра, хорошего дня. Мы с Эмилем вот так рано начали. Мы уже доехали до лодочной станции. Смотрите. Проехали примерно 7 километров уже. Вот так. Ну что, мы решили чуть-чуть передохнуть. Сейчас вот как раз время где-то 5:30. Только все начало просыпаться. Птички поют. Течение вообще очень спокойное. Ну, мне кажется, это последний на сегодня пункт. А дальше мы уже поедем обратно. Ну, сейчас можете послушать звуки волн. Хотя волн здесь нету. Но небольшое журчание воды все равно есть. Все, мы уже не в лесу. Решили по пути еще заехать на родник.
Вот. Время 6:30. На бульваре почти людей нету. Ну что, вот мы и дома. Также, помимо того, что я снимал видео, я и еще успевал фотографировать. Так что сейчас вы эти фотографии увидите на своих экранах. Вот такое вот видео у меня получилось. Понравилось вам или нет, я не знаю. Скорее всего, понравилось. Но все-таки это мой первый опыт снимать себя, да и вообще вот такой вот как влог. Поэтому надеюсь на вашу поддержку. Пожалуйста, поставьте лайк и напишите какой-нибудь приятный комментарий. Ну и суммарно мы проехали примерно 10 километров. А, кстати, еще чтобы доказать, что мы ехали по СМС, то есть все было под контролем, сейчас вы увидите саму СМС-ку, что мы отправляли, что все было нормально. Еще я хочу сказать спасибо большое моей маме, то что она согласилась поехать в такое раннее время, потому что все-таки лучше сидеть дома. Но и если вы хотите, например, заняться спортом на улице, то это лучше делать именно вот с 5 до 7, и главное отправлять смс-ку. А также, если вы захотите, то я могу сделать обзор на велосипед, на котором я как раз-таки ездил. Ну, это если вы только захотите. Мне нужно ваше согласие и ваша поддержка. Ну, а на этом видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока!